Давайте поприветствуем друг друга. Тепло обнимем. Make a smoothie. Покрепче обнимите. Make it smoothie. Также обнимите за меня. Я вас обнимаю. Спасибо. Шнура калцин. Наступит время, когда армяне не будут уезжать, а будут даже возвращаться. Бытует мнение, что армяне любят деньги. Այդպիսի միտք գոյություն ունի, որ հայերը փող են սիրում. Но деньги с небес не сыпятся. Բայց փողերը երկնքից չեն թափվում. Деньги зарабатываются. Փողը վաստակում են. И если, как говорят, нету денег, там и нет армян. Եվ ինչպես որ ասում են, որտեղ փող չկա, այնտեղ էլ հայ չկա. Я бы сказал более правильно. Ես ավելի ճիշտ կձևակերպեի. Где нет работы, там нет армян. Որտեղ որ աշխատանք չկա, այնտեղ նույնպես հայեր չկա. Это значит, армяне любят не деньги, а работу. Սա նշանակում է, որ հայերը ոչ թե փող են սիրում, այլ աշխատանք են սիրում. Սա նշանակում է, հայերը այնպես կաշխատեն, որ Հայաստանը կծաղկի. И когда будут в мире потрясения, երբ որ աշխարհում ցնցումներ կլինեն, и деньги будут обесцениваться, երբ որ դրամը կարժե զրկվի, а будет цениться работа, ու ավելի կարժևորվի աշխատանքը, вот тогда армяне потекут в родную Армению. Я многим говорю, если вы не вернетесь, я первый вернусь. Еще несколько церквей открою и вернусь домой в Армению. И буду помогать молодым и учить, как начинать церкви. Но надо же где-то будет свою старость, свою пенсию проводить. Так, наверное, лучше в родном доме, в родной земле. Поэтому Хайастан, Хайастан, как мы любим тебя, Сирион Кейс. Хорошо, возлюбленные. Я хотел пророчиться, что армяне вернутся, но лучше подождать и увидеть. На самом деле, так прекрасно быть каждый год здесь. В субботу пастор Артур сказал, что я могу уже не каждый год быть, а каждый день. Երեքված առայության հովիվ Արտուր ասեց, որ ես կարող եմ ոչ թե ամեն տարի, այլ ամեն օր այստեղ լինել. Я уже записал себе, что я приглашал каждый день в Армению. Այնպես որ ես իմոտ գրել եմ, որ ամեն օր հրավիրված եմ Հայաստան. Ну а сейчас давайте мы обратимся к слову, чтобы нам наполниться Божьим словом. И скажем, եկեք անդրադառնանք Աստծո խոսքին, որ Տիրոջ խոսքով լցված լինենք. Наш Небесный Отец, благослови нас Твоим посланием. Пусть это слово будет живым хлебом, дающий жизнь умирающим. Пусть Твое слово будет небесной манной, питающий нас, наши души каждый день. Пусть Твое слово будет елеем, который залечивает раны. Лини юги пес, воре вор веркер не амокум. И пусть Твое слово будет нашим мечом, чтобы Твой народ был силен. Лини мер суре вор ко жоговурте зора вор лини. Во имя Господа Иисуса. Мер тер Иисус Христос Иоанн. И все сказали. Ев болор насадцы. Аминь, аминь. Амен, амен. Так как это церковное служение, я не буду делать евангелизационную проповедь, а буду говорить в наставление церкви. И я расскажу вам самую знаменитую притчу, вернее, три притчи, но одна из них самая знаменитая. Какая самая знаменитая притча, кто знает? Возвращение было вниз.
Возвращение блудного сына. Но вы сами ее захотели слышать, поэтому если не понравится, виноваты те, кто сказали. Но я надеюсь, всем она запомнится более сегодня. Откроем Луку 15 главу. Лука 15 глава с 1 стиха. Приближались к Нему, к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Давайте зададим себе вопрос. Люди хотят нас видеть и слышать или не хотят? Люди к нам приближаются или удаляются от нас? К Иисусу приближались люди. Иисусин мотенум эйн марти. И порой даже очень странные люди. Ерпеме нуйнис шат таринак марти. Греховные люди. Мегавор марти. И отвергнутые. Ев мержвац марти. Многие их презирали. Шатере неранц атум эйн. Потому что видели и знали, они кидалы, они хапуги, они захватывают чужие деньги, Ортэ берут гитэйн, наши деньги. Хапшакогнер эйн, кцогнер эйн, гогацогнер эйн. Это воры. Это блудницы. Как он может есть с ними? Как ты думаешь? Человек пойдет к судье или побежит к другу? Кого ты хочешь видеть? Судью, который будет судить тебя, или друга, который будет с тобой общаться? Иисус называется другом грешников. Если бы Он бы не был бы другом грешников, то мы бы сегодня здесь бы не сидели бы. Потому что мы тоже когда-то были грешниками. Неважно в какой степени, в большей или в меньшей, мы все согрешили перед Богом. И слава Богу за Бога, который не чуждается грешников. Но который любит грешника, который принимает любого человека, независимо от его статуса, независимо от тяжести его грехов и вины. Бог любит всех. И Он протягивает руку ко всем. Это не всем будет нравиться. Не все будут это понимать. Как и эти законники говорят, как он может войти в дом мытаря? Как он может дружить с блудницами? Иисус, дружа с грешниками, не делался грешником. Но дружа с грешниками, Он грешников делал святыми и свободными. Вот почему и мы должны дружить с грешниками. Чтобы они стали святыми, как и мы стали святыми. Я помню, как пастор Артур рассказывал случай, я думаю, наверное, вы слышали много раз. Он прогуливался по городу, и девушка в такой юбке, легкого поведения, не знаю, как она, откуда его узнала, подбежала к нему. О, вы пастор. Ну, понимаете, там все ее знали. По ее виду можно было определить ее статус. Как ты себя будешь чувствовать? Ты идешь с женой. И тебе подбегает блудница. И кидается тебе на шею. Ой, как я рад тебя видеть. Что подумают? Что скажут? А вдруг здесь люди из церкви? Ну ладно, людям из церкви я объясню. А если здесь репортеры?
Репортеры. Лав, я кирит сумарткан с дермикем к бацатрем из кете лирагровне. Новая статья в газете. Хаста терту миход вас. Новая программа по телевизору выйдет обо мне. И массы минор херуста хаортум дурскага. И мало ли того, она еще говорит, помолись за меня прямо здесь. Дэр авели михате ласуме хантсуме маготирин самарай. Где прямо здесь? Хэнц айстэх? И когда он молится, она плачет и ложит голову ему на шею. И весь город в этом месте останавливается. А что было бы, если он просто оттолкнул, сказал, уйди, иди вначале, нормально оденься. Если бы он сказал, что я тебя не знаю. Ну и, конечно, он ее не знал. Она узнала как-то его, мод по телевидению или раз была в церкви. Как мы относимся к людям? Мы ценим их. Или смотрим на них, как на грешников. Бог смотрел на людей, как на людей, а не на, как, а не как на грешников. Если бы Иисус смотрел на грешника, как на грешников, Он бы чуждался их. Он смотрел на них, как на творение Божие, на людей Божьих, которые нуждаются в Боге. Потому что без Бога вот такая у них несчастная жизнь. Никогда на людей не смотри, как на грешника. Смотри на человека, как на человека. Как на творение Божье. Как на того, которого любит Бог так же, как тебя. И Бог готов его принимать так же, как тебя когда-то принял. Люби людей. Нет ничего дороже. Что ты возьмешь на небеса? И твоя машина здесь ржавеет. И дом в конце концов разрушится. И поле твое зарастет. И бизнеса не будет. Когда ты уйдешь, ничто не возьмешь, кроме душ человеческих. Цени душу человека. Люби людей. Вот почему Иисус простирался к людям. Вот почему Он не чуждался мытарей, блудниц. Он понимал, что из-за каких-то ситуаций и жизнь такая стала. Он понимал, что где-то они были обмануты, кинуты. Он понимал, что все люди нуждаются в Боге. Мы должны быть друзьями грешникам. И тогда он начал говорить притчу. На самом деле он рассказал три притчи сразу. В первой притче он рассказывает о своем характере. Какой характер мы должны иметь? Характер Христа. Вторую притчу он начинает рассказывать о работе Духа Святого. Как Дух Святой работает, в какой работе мы с Ним вместе должны работать. И третью притчу Он рассказывает о великой любви Отца, о сердце Бога Отца. Поэтому давайте мы пробежим сегодня всю эту главу и посмотрим быстренько эти притчи. Третий стих и ниже. Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью? И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
Այս արակը ասեց նրան. Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը կորցնի, չի թողի 99 անապատում եւ այն կորածի ետևից գնա, մինչեւ որ գտնի նրան, եւ երբ որ գտնի, ուրախանալով իր սերի վրա կդնի նրան, եւ տուն գալով բարեկամներին եւ դրացիներին կկանչի եւ նրանց կասի. Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ իմ կորած ոչխարը գտա. Ասում եմ ձեզ, թե այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխար է, քան թե 99 արդար երի համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Когда я читал эту притчу, ես կարդացի այս առակը, я подумал, вот 99 овечек есть. Ես մտածեցի, ահա 99 գառկա։ Потому что одна потерялась где-то. Որովհետև ինչ-որ մեկը միտեղ մոլորվել է։ Как можно оставить 99? Ինչպես կարելի է թողնել այդ 99-ին? Как можно пойти искать какую-то пропавшую? Ինչպես ու հետո գնալ, ինչ որ մի կորացին գտնել։ Пойдёшь и за одной 99 разбегутся. Գգնաս այդ մի կորացի հետևից 99-ը կծրվի։ Одну принесёшь, а у тебя и стада уже нету. Մեկին կգտնես, կբերես, բայց արդեն ողջ հոտը չունես։ Как можно оставить 99 в пустыне? Ինչպես կարելի է անապատում 99-ին թողնել։ Искать одну пропавшую. Եվ գնալ մի կորացի հետևից։ Иисус задаёт вопрос. Иисуса հարցը տա. Кто из вас 99 оставит? Ով է, որ ձեզանից չի թողնի 99-ին? Кто из вас пойдёт одно искать? Ով է, որ ձեզանից կգնա այն մի կորածին գտնելու? Я а я пойду искать одно. Насме, բայց ես կգնամ. Ну как ты оставишь 99? Բայց ինչպես դու կթողնես 99-ին? Как ты оставишь церковь и пойдёшь куда-то искать какую-то овечку пропавшую? Ինչպես կթողնես եկեղեցին ու կգնաս միտեղ մի մոլորված գառնուկի փնտրելու? Придёшь с ней, а церкви уже нету. Նրանք կգտնես հետ կգաս, բայց եկեղեցին չկա. Как оставишь свою группу, ячейку? Ոնց թողնես քո տնային խմբակը? Իսկայ того, который где-то заблудился. Եվ գնաս փնտրելու մեկին, ով որ ինչ-որտեղ մոլորվել է. Ինչ ինքը будет? Իսկ այն մյուսների հետ ինչ կապ ունի? Եկա я думал над этой притчей. Եվ որ ես խորհում էի այս առակի վրա. Вдруг я ясно понял. Ես հանկարծ հստակ հասկացա. Знаете, когда пастух, գիտեք, երբ որ հովիվը оставляет овец, թողնում է գառներին, они чувствуют, что его не хватает. Նրանք զգում են, որ հովիվը չկա։ Они все вместе. Եվ նրանք համախմբվում են։ Сближаются. Եվ մոտենում են իրար։ И соединяются. Եվ միանում են իրար։ И стоят плотно и ждут его. Եվ այսպես կիպ իրար կանգնած սպասում են։ Потому что понимают. Որովհետև հասկանում են։ Если пастух бы был бы, он бы нас сейчас охранял бы. Եթե հովիվը լիներ, հիմա մեզ կպաշտպաներ։ Раз пастуха нету, есть могут быть опасности. Բայց եթե հովիվը չկա, կարող են վտանգներ լինել։ Есть хищники, есть волки. Կան գազաններ, կան գայլեր։ И поэтому маленькие овцы идут в середину. Դրա համար էլ փոքր գառները գնում են մեջտեղը։ А те, кто сильные, стоят по краям. Իսկ նրանք, որոնք որ ավելի ուժեղ են եզրերին։ Чтобы когда придёт какой-то хищник, волк, чтобы бодануть или копытами лягнуть его. Որ երբ որ ինչ-որ մի գազան կամ ինչ-որ մի գալգա իրեն կարողանան իրենց կոտոշներով հարված տալ։ И никогда хищники не нападают. Եվ երբ որ նույնիսկ գազանները չեն հարձ։ Когда стадо вместе в единении. Ամբողջ հոտը միաբանված միասին է։ Когда стадо вместе. Եվ որ ամբողջ հոտը միասին է։ Хищники боятся подойти к стаду. Գազանները նույնիսկ վախենում են մոտենալ։ Потому что видят не какую-то одну точку, а массу. Որովհետև ոչ թե ինչ-որ մի կետ են տեսնում, այլ огромную массу, которая может их оттолкнуть. Մի մեծ զանգված են տեսնում, որը կարող է հակահարված տալ։ Вот поэтому хищники ищут отставших. Ահա թե ինչու գազանները հոտից հետ մնացածներին են փնտրում։ Которые отбились от стада. Որոնք մոլորվել են հոտից։ Они делаются лёгкой добычей хищников. Ահա նրանք են, որ գազանների համար շատ հեշտ որս են դառնում։ Но когда стадо вместе. Բայց երբ որ ամբողջ հոտը միաբան է։ Они в безопасности. Նրանք անվտանգ են։ Поэтому пастух и может пойти и найти одну. А ты ինչու հովիվը կարող է նրանց թողնել գնալ մեկի հետ։ И не переживать за 99. Եվ չմտահոգվել 99-ի համար։ Потому что они вместе в единении. Որովհետև նրանք միասին են, միաբան։ И когда они вместе. Երբ որ նրանք միասին են. Они сильные. Նրանք ուժեղ են։ И Господь среди них. Եվ Տերը նրանց մեջ է։ Но что это за овечка? Բայց ինչ գառնուկ է դա։ Это та, которая отбилась. Да, այն գառնուկն է, որ հետ է մնացել։ Может быть, кто-то её чуть-чуть леганул, баданул. Միգուցե ինչ-որ մեկը բրթել, հրել է նրան։ Ну что, вас в церкви никто не бодал? Ինչ է, եկեղեցում ոչ մեկ ձեր ոտքը չի տրորել։ Ну не все у нас гладкие овцы. Դե բոլորը չէ, որ այսպես խելո գառներ են։ К сожалению, в стаде есть и козлы. И арки, հոտի մեջ կան նաև այծեր։ Ну и рога есть у некоторых. Այո, ոմանք էլ ունեն։ И кто-то копытами может быть ударят. Ինչ որ մեկը կարող է կճղակներով լարվածել։ И может так легко обидеться. Եվ մեկը կարող է շատ հեշտ վիրավորվել։ А можно просто отстать от церкви. Բայց հնարավոր է, որ եկեղեցուց պարզապես հետ է մնացել։ Увлечься травкой зелёной и бизнесом. Ինչ որ մի կանաչ խոտով
հրապուրվել է բիզնեսով, արդեն մի կողմը քաշվել ու նայնացել է, հիմա արդեն չի էլ կարողանում իր իսկ եկեղեցին գտնել, և արդեն կարող է նույնիսկ փոսի մեջ հայտնվել, կամ էլ անդունդի մեջ, ավեչկա, ահա, գառնուկը, կտորա, отбилась от стада, вора вор хотит с этим наться, и которая запуталась в колючках, и вора вор пошери меч брнвел, и она может погибнуть, и вна каруге маханал, но добрый пастор идет, байц бари хови в гнуме, чтобы достать ее, вор писи айнтерит каши ханинера, но смотрите, он идет ее достать, тесек хови в гнуме неран ханелу, мне понравилась эта картинка, айс накар инша дурека, он не смотрит. Начинаю. И говорит, так тебе надо, такая сякая. Я вас ум, кез хенц айт песел петкер ампитангар. Другой раз будешь знать. Хаджур танкам киманас. Как не надо уходить. Те инч ватангаворе пахчу. Я говорил тебе, не занимайся много бизнесом. Ес кез асум эйче бизнесов шат. Ходи на все служения. Асум эйче болор царайуцюнерин гна. Ну че ты тут обиженная сидишь? Проглоти свою обиду. Виравуран катима культур. Всех легают в церкви. Всех легают в церкви. И все проглатывают. Потому что мои люди несовершенные. Не так посмотрели, порой не так сказали. Обидеться так легко. Но нельзя никогда уходить из стада. Но он не укоряет. Он не укоряет. Если бы он ее ругал бы там, то она бы еще дальше пошла бы в пропасть. Но он с любовью протягивает руку. Те, которые отстали, те, которые заблудились, те, которые суетились, эти овечки, они сами знают, что они не в правильном положении. И не надо им рога ломать. Нужно просто ободрить словом. Протянуть руку. Просто полечить их раны. Выслушать все обиды. Погладить. И на руки взять. И принести обратно в стадо. И тогда есть радость. Что? Пропавшая. Она нашлась овечка. Что овечка, которая могла погибнуть, она стала живой. Мы должны иметь характер Христа. Мы все должны быть добрыми пастырями. Мы должны находить те, которые перестали ходить в церковь. Вторая притча. Восьмой стих. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет ли свечи и не станет ли мести комнату искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Կամ ով է այն կինը, որ 10 դրամ ունենա, և եթե 1 դրամ կորցնե ճրագչի վառը, և տունն ավլի, և սաստիկ որոնի, մինչև որ գտնի, և երբ որ կգտնի, բարեկամներին և դրացիներին կկանչի, և կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև դրամը գտա, որ կորցրել էի, ասում եմ ձեզ, այսպես էլ Աստծո հրեշտակների առաջին ուրախություն կլինի 1 մեղավորի համար, որ կապաշխարի. Вторая притча о работе Святого Духа. Иисус открывает его работу в доме. Здесь он приводит пример о женщине. Вот почему он как раз и взял пример женщины. Потому что в них заложены чувства, нежность. Որովհետև նրանց մեջ կա այդ քնքշությունը, ինտուիցիա, այդ մեղմ զգացմունքները, ինտուիցիա. И поэтому он говорит как раз о Духе Святом, который имеет такие же качества, которые вложил в женщин. Եվ այդ համատությունը բերում է նաև Սուրբ Հոգու հետ կապված, որովհետև այդ նույն հատկանիշները կան նաև Սուրբ Հոգու մեջ, բնորոշ են նրան. Что-то потеряно в доме. Եվ ասում է, տան մեջ ինչ-որ բան է կորած. То есть не на улице.
Ոչ թե փողոցում, դրսում։ На улице если что-то потеряно, уже не найдешь. Դրսում եթե ինչ-որ բան ես կորցրել, էլ չես գտնի։ Другие подберут. Ուրիշները կվերցնեն, կտանեն։ Но в доме, в комнате. Բայց տանը, սենյակում։ В церкви, здесь. Եկեղեցում, այստեղ։ Сейчас даже здесь. Ну и не схема, а есть вайрум. Есть потерянные сокровища. Кан корац ганзеш. Есть люди. Кан мартик. Потерянные. Корац пахвац. Они являются драгоценностями. Нранк танк аржек аржекунен. У них есть служение, призвание. Нранк унен царрюцюн, унен кочум. У Бога для них есть таланты. У Бога предназначено их будущее. Но они просто сидят на служении время от времени. И от служения к служению приходят. Но там же больше ничего не делают. И они выглядят как потерянные сокровища. И вот что Дух Святой делает на служениях. Он начинает светить. Просвещает внутренность нашу. Он начинает мести весь ссор из нашей жизни. И он хочет отыскать. Вот эти драгоценные Божьи сокровища, которые есть в Доме Божьем. Это его работа. Это работа пастырей, служителей, проповедников и всех других, чтобы найти тебя, мой брат и сестра, чтобы ты ясно увидел, и для тебя есть будущее. И для тебя у Бога есть надежда. И ты ценность Божья. И есть призвание для тебя. И есть дары и таланты в тебе. И любой пастор, он от всего сердца желает, чтобы не он и не только первые 2-3 ряда, но чтобы вся церковь, чтобы все тело, они служили в своих дарах, они нашли свои призвания, чтобы каждый знал, что делать, когда делать, с кем делать. Вот что делает Дух Святой. И Господь призвал нас в эту работу. Вместе с Ним высвечивать, показывать эти таланты, которые в тебе. Не смотри на себя как на какой-то отстой. Не смотри на себя как на никчемного человека. Нет ни одного бездарного. Нет ни одного недаренного. Вы все драгоценные. Вы все милые и прекрасные в глазах Бога. Для каждого из вас у Бога есть призвание. Вы не случайность на этой земле. Вы не просто так появились от папы и мамы в Армении. Бог вас создал в это время. Со своими планами. Со своими целями. Со своим призванием и судьбою. И со своими дарами Духа. Каждый из вас что-то имеете. Если бы вы только знали меня раньше. Да я вообще рот не открывал, такой замкнутый был. Я компании чуждался. Все, когда и шли играть летом в футбол, я шел один купаться. Зимой все, когда играли в хоккей, я шел один кататься на лыжах. Я в жизни не мог подумать, чтобы я мог бы стоять перед толпой и говорить. Да у меня по-русскому еле-еле тройка была с минусом. И вообще к языкам я был очень сложный. Живя в Америке, до сих пор учу английский, армянский больше знаю.
Америка им бнак велов и массовым им англерен, байц хайрен авели лав гитем. Почему я проповедую? И чё им есть карузу? Почему я могу быть пастором? И чё есть карурем ховивлине? Почему я могу быть с людьми? И чё есть карурем марканцем? Бог отыскал внутри меня эти таланты, которые я не видел. Им нерсум, айт наберет сайт тагантнере, вор есть чейтес. Бог нашел мое призвание. Асфас гытав им кочуна. И показал мне. Ев цуйцтавец ин. А я мог бы прошлепать свое время. Искес карурей хэнц айнпес зуртеганцкацней вор джаманакс. Я мог бы просто проворонить все. Կարող է ուղղակի ամեն բան հենց այնպես անցկացնել. Но я отозвался. Բայց ես արձագանքեցի կանչ. И инструменты дары были даны. Եվ պարգևների այդ գործիքները տրվեցին ինձ. В твоем призвании есть инструменты духа. Քո կոչման մեջ դու ունես հոգու պարգևների գործիքները. Դու Աստծո գանձն ես. Ты драгоценный в глазах Бога. Դու Աստծո աչքերին շատ թանկ ես. И даже если ты что-то не умеешь делать, если Бог призовет, ты все сможешь делать. Եվ եթե դու ինչ-որ բան չես կարող անել, Հալելույա! Կանչել եք ես, դու անպայման կանես դա. Не смотри, что если даже ты молод. Как молодой Иеремия сказал. Я молод. Как я могу говорить? Я не умею говорить. А Бог ему сказал. Не говори так. Кто дал уста человеку? Тот, кто дал уста человеку, даст и слова, чтобы говорить. Не смотри, что ты пожилой. И не думай, что все твои годы жизни проходят. И уже ничего не сможешь делать. И возможно, Моисей уже бы умер бы на 81-м или 2-м году, пася овец. Ведь 80 лет это уже все, последние годы жизни. Он сам записал в молитве своей, что большей крепости 80, а так 70 лет. Но вдруг от горящего куста приходит призвание. И этот пожилой человек, можно сказать, старик, делается избавителем всего народа. И Бог через него совершает такие чудеса, что он входит в историю мира. Не смотри на свои годы. Если надо, Бог и продлит тебе еще 40 лет. Главное, чтобы ты сделал его дела. Самое главное, смотри на себя. Как на Божий сосуд. Как на Божью драгоценность. Ту, которую ищет Дух Святой. Он просвещает. Он выметает. Он хочет найти. И чтобы человек сказал, да, Господь, я раскаиваюсь, что я жил впустую. Но сейчас я буду приносить плод. Давайте, братья и сестры, давайте все решим приносить плод. Чтобы наша жизнь была плодоносной. Тогда наша жизнь будет счастливой. И будет радость у ангелов Божьих. Чтобы мы раскаялись в пустых делах и начали приносить Божий плод. Вот какой работе мы призваны Духа Святого. Отыскивать сокровища. Потерянные драхмы. Այդ կորած դրամները։ И третья притча. Եվ ահա երրորդ առակը։ А сердце небесного Отца. Երկնային հոր սրտի մասին։ 11 стих. 11 խոսքը. Ещё сказал у одного некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той. И тот послал его на поля пасти свиней. Он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против тебя и перед
против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Тасна мэк хамарից կկարդանք. Եվ ասաց մի մարդ երկու որդի ուներ, և նրանցից փոքր ասեց որը: «Հայր, տուր ինձ ինչ-որ բաժին կհասնե ինձ ստացվածքիցդ», և նա ապրանքը բաժանեց նրանց։ Եվ շատ օր չանցած փոքր որդին ամեն բաները ժողովեց, հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ իր ստացվածքը վատնեց անառակ ապրելով։ Եվ երբ որ բոլորը հատեցրեց, սաստիկսով եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չքավորել, և գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ, և նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզ արածեցնե, և նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզերն ուտում էին, բայց ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Եվ ինքը իրեն գալով ասեց. «Որքան վարձկաններ ունի իմ հայրը, հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ, և նրան ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդի կոչվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա»։ Եվ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ, և դեռ որ նա հեռու էր, հայրը տեսավ նրան, և գութը շարժեց, և վազեց նրա վզովն ընկավ, և համբուրեց նրան, և որդին ասեց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, և այլևս չեմ արժանի քո որդին կոչվելու»։ Հայրն էլ ասեց իր ծառաներին. «Առաջի պատմությանը հանեցեք և հագցրեք նրան, և մատանի դնեք նրա ձեռքին, և կոշիկներ նրա ոտներին, և մսացու եզը բերեք մորթեցեք, և ուտենք, ուրախ լինենք, որ այս իմ որդին մեռած էր և կենթանացավ, և կորած էր և գտնվեցավ», և սկսեցին զվարճանալ։ Мы называем это притча о блудном сыне. Մենք սա կոչում ենք անառակ որդու առակը. На самом деле это притча об отце. Բայց իրականում սա առակ է հոր մասին, который имел двух сыновей, որը որ երկու որդի ուներ, который дал им всё, որ իր ամեն ստացվածքը նրանց էր տվել. Мы родители. Մենք ծնողներս. Работаем, живём, зарабатываем. Ապրում ենք, աշխատում ենք, վաստակում ենք. Для чего? Не для того, только чтобы самим поесть. Ինչի համար? Ոչ թե միայն որ ինքներս ուտենք. Чтобы стол детям накрыть. Այլ որ զավակների համար սեղան գցենք. Чтобы дать им образование. Որ նրանց կրթություն տանք. Дать обеспечение им. Որ նրանց ապահովենք. Чтобы толкнуть их, подтолкнуть к хорошему будущему. Որ նրանց դեպի ավելի լավ ապագան բրթենք. Этот отец дал имение своим детям. Ահա այդ հայրը իր ստացվածքը բաժանեց որդիներին. Дал благословение все. Տվեց նրանց իր ողջ օրհնությունը. И думается, ну чего тебе еще не хватает? Եվ ուզում ես ասել, էլ ինչի պակաս ունես? Ты в доме. Դու տան մեջ ես. Здесь есть любовь. Այստեղ կա սեր, здесь есть мир, այստեղ կա խաղաղություն, здесь есть служение, այստեղ կա ծառայություն, здесь есть общение, այստեղ կա շփում, но чего тебе еще не хватает? Էլ ինչ կա, որ քեզ պակասում է? Нет, я хочу. Չէ, ես ուզում եմ. Вот я хочу. Ես ուզում եմ. Поступить так, как я хочу. Варвем айнпес, ինչպես ես եմ ուզում. Я хочу погулять. Ուզում եմ թրև գալ. Я хочу погрешить. Ուզում եմ մեղ գործել. Или я не хочу быть больше в доме. Айлевес чем узум тан мечли. И хлопает дверью и уходит. Ев дура шерхкацнелов гнум е. Он уходит в мир. Гнум е ашхаш. Здесь сказано в другую сторону, в другую страну. Гервац е вор ми херу еркир, отар еркир. Я заметил, пока есть деньги, есть друзья. Гидес кани дер погунес, айо инкернер унес. В этом мире, когда нету денег и друзей нету. Бац айс ашхарум ете похчунес инкернер эльчу. Где твои друзья, которым ты стол накрывал? Ուր են քո այն ընկերները, որոնց ժամանակին սեղան էիր գցում նրանց առաջ? Դե բլուդնիցը, с которыми ты разгуливал. Ուր են անառակ կանայք, որոնց հետ որ կյանքդ անցկացնում ես? У тебя пустые карманы, ты не нужен никому. Հիմա գրպանները դատարկ են, եւ այլևս ոչ մեկը քո կարիքը չունի։ И никто тебе больше стол не накрывает. Եւ ոչ մեկ քեզ համար սեղան չի գցում։ И больше тебе никто на шею не вешается и не целует. Ոչ մեկ այլևս վզովը չի ընկնում եւ քեզ չի համբուրում։ Нету денег, ты никому не нужен. Փող չունես, էլ ոչ մեկին պետք չես։ Вот что стало с ним, с этим блудным сыном. Ահա թե ինչ պատահեց այդ անառակ ворту հետ. Ռանը լի պոզնա վախթե ուշ լյուդի ուխադյանշի վ этот мир մարտիկ որոնք գնում են այս աշխարհ իս դոմա տնից իս սեմյի ընտանիքի իս служенի ծառայությունից անի բուդուտ իմեյ դուխովնե ի ֆիզիչեսկե բանկրոտստվա նրանք հոգևոր եւ ֆիզիկական սնանկություն կունենան
Есть три сферы, из которых нельзя уходить. Три места, которые нельзя бросать. Есть три места, которые имеют защиту. Первое – это семья. Нельзя оставить семью. Потому что там есть защита завета. Когда нарушается завет, защита завета прекращается. Нельзя оставлять духовный дом, церковь. Только духовное покровительство, оно тогда не защищает. И нельзя оставить служение. Потому что тогда защита помазания прекращает быть. И этот сын оставил все. Он оставил семью. Он оставил свою церковь. Он оставил свое служение в доме. И пошел гулять. И обнищал. Так что нужно было пойти на самую мерзкую работу. И то он там не получал, что хотел. И начал умирать. И я заметил, что некоторым людям, которые стали отступниками, которые ушли, почему они сделали это? Почему они это сделали? Потому что где-то внутри был бунт. Недовольство. Или против Бога, против святости, или против церкви, потому что хотелось грешить. И они ушли. И некоторым из них, не всем, некоторым из них, приходится или придется дойти до самого конца, до смерти. Так со мной было. В 15 лет наполненный духом, рожденный в христианской семье, что тебе еще не хватает? Ты любим родителям, ты обеспечен. Что тебе не хватает? А мне хочется быть, как все в мире. А мне хочется погулять. Но когда я дошел до смерти, и когда я начал умирать, вы многие знаете мое свидетельство. В 19 лет я умер на операционном столе. Будучи грешником, находясь в советской армии, где-то очень далеко в Забайкальском военном округе, где-то там в сопках Могочинских в десантных войсках, я умирал. И никто не мог помочь. Вот тогда я начал молиться. По-настоящему. Потому что жизнь пошла перед глазами. Грехи встали передо мной. И я знал твердо, я иду в ад, я грешник. Вот тогда душа моя кричала: Бог, я обещаю тебе, что я покаюсь. Я не хочу умирать грешником. Я не хочу идти в ад. Господи, я не хочу, чтобы мои родители получили цинковый гроб. Господь, оживи меня. Верни меня. Я знаю, что Он добрый. Я знаю, что Он не хочет смерти грешника. Я знаю, что Бог борется за каждую душу. Если, поймите, если нам, если нам, верующим, больно, тяжело видеть грешников, которые умирают в грехах, наркоманов, блудниц, преступников, бомжей,
Мы можем думать, как они до этого докатились. Что им не хватало? Почему не пошли по этой дороге? Но как бы нам было бы больно, если бы кто-то из них был бы нашим сыном или дочерью. Наше бы сердце разрывалось бы на части. То же самое Отцу Небесному. Ему больно, когда люди погибают. Ему больно смотреть на этот мир, который страдает в грехах. Но его сердце разрывается на куски. Когда он видит, когда его сыновья и дочери, его Божьи дети, хлопнули дверью и ушли. И теперь умирают. И могут погибнуть там вместе с грешниками пойти в ад. Бог борется за каждую душу. Бог любит каждого человека. Бог хочет спасения грешникам. И Он ждет возвращения своих блудных сыновей и дочерей. Он не закрывает двери. Его двери открыты. Он ждет, когда они вернутся, чтобы ожили. Когда они найдутся, в конце концов. И вот этот блудный сын, он пришел в себя только, когда начал умирать. Поэтому я и привел пример свой. Что некоторым, те, которые ушли от Бога, им надо дойти до смерти, чтобы начать молиться. Он пришел в себя, сказано. По-русски это звучит так. То есть раньше он был вне себя, наконец он пришел в себя. Значит, он где-то гулял в своих мышлениях. Он не был сам собою. Но когда эта трудность пришла, когда смерть была рядом, его разум как-то собрался в себе. И он начал молиться. Он начал говорить. Я умираю. А у отца моего всего вдоволь. Он вспомнил семью. Он вспомнил церковь. Он вспомнил братьев, сестер. И сказал, как там хорошо. А я все потерял. Встану. Вернусь. Он встал и пошел. Знаете, это тоже нелегкий путь. От решения до отцовского дома. Ведь это долгий путь, он был в другой стране. Одно дело решить. Другое дело еще дойти до этого. Это долгий путь. Но слава Богу, что он шел и шел. Может быть, ковылял, может быть, тащил свои ноги. У него было искажение. Это же мое мышление. Он забыл, какой есть отец. Он забыл, какой отец. Он думал о себе. Может быть, он сейчас просто как господин примет меня как слугу. Смотри, как грех омрачил его разум. Он себя уже не видел сыном. Он себя уже не считал сыном. Он хотел бы быть хотя бы слугою в доме. Только чтобы Бог, чтобы отец не выкинул его. Люди, которые идут к Богу, они не знают еще, что произойдет. Мой путь, когда я Богу обещал там в армии, когда умирал, знаете, говорю, мы такое гнусное творение. Мы хорошее творение, но наш характер гнусный. Но я не тебе говорю, ты хороший, я себе говорю. Вот я такая тварь, вот умираю, а еще с Богом сделку делаю. Говорю, Господь, я не могу сейчас в армии покаяться. Мне полгода осталось дослужить, я в десантуре.
Если покаюсь, зачмырят меня другие. Как я гонял, теперь все начнут меня гонять. Но когда вернусь с армии, точно, ей-богу, покаюсь. Только дай мне жить. Когда нам плохо, мы все пообещаем. Все и всем золотые горы. Когда станет все хорошо, мы все забудем. Вы думаете, я покаялся, когда вернулся с армии? И я все забыл, что было в армии. Да, что-то был какой-то случай. И все. Опять ешь, пей, душа, веселись. Работаешь в ресторане, делаешь деньги, имеешь мясо. Ресторану, поезд вас таком. Вроде бы неплохо тогда выглядел, девочки есть. Гуляй. Гуляй. Куда каяться? Будет 80 лет, вот тогда за всю жизнь и покаюсь один раз навсегда. А до 80 лет гуляй, Леня! А Бог все ждал. Ждал моего обещания. Ждал, когда я приду в дом. И вот на одном из служений я ясно услышал, как он сказал, ты обещал мне, когда умирал на операционном столе, ты обещал мне покаяться. Сколько я буду еще ждать тебя? И я услышал, ясно. Если не сегодня, то твоя жизнь забирается. Мне было 21. Я хотел жить. Я молодой. Я крутой, я в деньгах. Я уже полов тагаем. Как я могу умереть? Я спортсмен. И вдруг ясно слышу. Тебя сегодня машина убьет насмерть. Если ты не покаешься. Вот тогда я побежал. И я не знал, что со мной случится. Я просто бежал. Потому что не хотел умереть. Грешник. Не хотел быть отступником. И я просто упал на колени. И просто закричал. Прости за все. И вдруг все. Все изменилось. На 180 градусов моя жизнь перевернулась. Каким я был раньше плохим, таким стал наоборот хорошим. Если не веришь, спросишь у моей жены, когда она приедет или увидишь. Она знает, каким негодяем я был. И знает, как Бог меня поменял. Бог силен восстановить каждого. Воздай ему славу. Но здесь притча об отце. И я хотел чуть-чуть напомнить. В первой притче, когда овечка заблудилась, пастух пошел искать ее. А вот в третьей притче отец не побежал за блудным сыном. Но он дверь не закрыл. Он открыл дверь и стал ждать и смотреть вдаль. Есть люди, которые в бунте уходят. Есть люди, которые плюют на все благословения. И уходят в мир. Уходят в грех. Таких даже ты стараешься привести, они тебя не слушают. За таким ему даже бежать надо, просто ждать надо. Отец, наверное, конечно, догадывался или знал, что он где-то там гуляет, прогуливается. Он не пошел его искать и возвращать домой. Он просто ждал, когда он дойдет до ручки, опомнится и вернется. И вот он вернулся.
И говорит, я согрешил, он кается. Եվ ասում է, ես մեղք գործեցի. А отец говорит, Իսկայրը պատասխանում է. Ты не слуга. Դու ծառա ես. Ты мой сын. Դու իմ որդին ես. Который пропадал, но нашелся. Որը որ կորած էր, բայց հիմա գտնվեց. Ты мой сын. Դու իմ որդին ես. Который умирал, а теперь ожил. Որ մահացած մահանում էր, բայց հիմա կենթանացավ. Вот тебе одежды праведности. Ահա քեզ արդարության պատմությունը. Ты праведный в моем доме. Դու իմ տան մեջ արդար ես. Вот тебе перстень власти, ты отвечаешь. Ահա քեզ իշխանության մատանին դու պատասխանատու ես մեր տան մեջ. Вот тебе обувь готовности. Ահա քեզ պատրաստության կոշիկներ. Ты также дальше можешь служить в доме. Դու կարող ես շարունակել ծառայել մեր տան մեջ. Ты мой сын. Դու իմ որդին ես. Ты не слуга. Դու ծառա ես. Ты мой сын, ду им вортинес, которого я как раньше любил, так же и сейчас люблю. Вори ничпес нахкину мей сирум, чиштайт пес химаем сирум. Родители, ценухнеш. Если же ваши дети, ете дзер завакнера, ушли бы в мир, гнай нашха, сделали больно вам, зес цавецней, а потом пришли бы, из кето хетвера, попросили прощения, нерегуцюм хансрейн. Вы бы простили бы их? Дук канерейк неранс? Конечно! И арке канерейк? Потому что они ваши дети. Потому что они ваша плоть и кровь. А что вы бы меньше их любили? Искинче... Чтобы разве меньше любили бы? Инче, а вели кичка сирей. Вы так же бы дальше любили. Шарунакейк нахки не пес сирел. Если бы они раскаялись и были бы с вами. Ете неранг захчайн ев шарунакейн засел. Дальше бы вы их благословляли. Дук шарунакейк неранг сошнел. Тем более он. Аравели евесна. Тем более он добрый небесный отец. Мер еркнаим бари. Он принимает всех блудных сыновей и дочерей. Нану ме ир болор анарак вортинерин он восстанавливает их. Херак ангнуме он дает радость. Урахуцюне накрывает стол. Сегам нерек. И веселье в доме. И вот если бы здесь притча закончилась, были бы три радостные притчи. Но притча продолжается. И поэтому третья притча совсем не радостная. В своем конце. Читаем дальше. 25 стих. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец его, выйдя, звал его. Но он сказал отцу в ответ, «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 25-րդ համարից եւ նրա մեծ որդին հանդումն էր եւ երբ որ եկավ տանը մոտեցավ երկերի եւ պար գալու ձայնը լսեց եւ ծառաներից մեկին կանչեց իրեն մոտ հարցնում էր թե այդ ինչ է նա էլ ասեց նրան թե եղբայրդ եկել է եւ քո հայրը մսացու եզը մորթեց որովհետեւ ողջ եւ առողջ ընդունեց նրան եւ նա բարկացավ եւ չեր ուզում ներս մտնել բայց հայրը դուրս եկավ աղաչում էր նրան նա էլ պատասխանեց եւ ասեց հորը ահա այսքան տարի է որ քեզ ծառայում եմ եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել բայց ինձ երբեք մի ուլ չտվիր որ իմ բարեկամների հետ ուրախ լինեի իսկ երբ որ այդ քո որդին եկավ որ քո ստացվածքը անառակների հետ կերավ մսացու եզը մորթեցիր նրա համար նա էլ ասեց նրան որդիակ դու ամեն ժամանակ ինձ հետ ես եւ ամեն ինչ որ իմս է քոնն է բայց ուրախ լինել եւ խնդալ պետք էր որ այս քո եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ կորած էր եւ գտնվեցավ Есть еще старший брат в доме. И, к сожалению, почти в каждом доме, в каждой церкви есть старшие братья. Я не в том плане говорю, что есть старшие братья на первом ряду. А что вообще в доме есть старшие братья, старшие сестры? Они не гуляли. Они не расточили благословения. Они всегда были в доме. Они всегда служили. Но смотрите, что он заявляет. Я бы тоже бы хотел бы погулять. На самом деле, у отца два сына.
Только один явно гуляет, а другой в мозгах гуляет. Один явно взял и пошел гулять. А вот другой в доме, но хочет, а не может. Вот хочется мне погрешить, но нельзя. Вот этот грешит. Как бы я хотел, но нельзя. Почему он гулял, а мне не было пира? Почему он имел праздник, а мне нету праздника? Я всю жизнь тебе служил. Пастор, я всегда на всех служениях был. Я служил на всех служениях. Почему меня не почтил? Почему не поднял? Почему зарплату не дал? Почему, почему, да почему? И когда кто-то приходит, из мира возвращается, смотришь, ему все благословения. Уже и поет, уже и танцует, и уже на сцене играет. А я все молодые годы здесь, в этой церкви, от начала пробыл. Где справедливость? Что отец ему ответил? Сынок, сынок, Вортис, ты все время был в доме, но на самом деле ты не был со мною. Потому что ты не знал меня. Потому что все, что я имею, ведь это все ваше. Родители, для кого вы все собираете? Для себя? Для детей ваших, чтобы дать наследство им, что когда вы будете уходить с земли, если Господь не придет к этому времени, разделить наследство, благословение, что есть. Даже если хоть маленькое есть, что-то все равно оставить детям. А если многое есть, раздать им и еще другим от благословения. Мы не собираем для себя. Мы не живем для себя на самом деле. Мы живем, чтобы благословить других. Отец жил, чтобы благословить детей. Отец собрал наследство, чтобы дать детям, а не себе оставить. И говорит, сын мой, ты был в доме. Ты вроде бы был со мною. И неужели ты не знаешь, что все мое, это твое? Почему ты не пользуешься? Почему ты не имеешь эти благословения? Почему ты злишься? Обижаешься? Что когда кто-то молодой приходит, он получает благословение, а благословение мимо тебя прошло. Ты же тоже можешь иметь его. У Бога нету любимчика. Если я получаю, то и ты можешь получать. И то, что ты имеешь, и я это могу иметь. Бог всех нас благословил уже в Иисусе Христе. Не для какой-то элиты, но для всех нас Он собрал свое наследие. Наш Бог – богатый Бог. Наш Бог – великий Бог. Наш Бог – добрый Отец наш. И Он имеет для всех нас благословение. Поэтому не надо обижаться на брата и сестру. Не надо злиться на Бога. Почему ты меня не благословляешь? Почему я никак не имею это? Просто. Ураки. Просто. Ураки. Начни познавать, какой есть Он. Скси чаначел, та инч писи не хайре. И доверять Ему. И встахиш нерам. И верить в Его обещания. Ев хаватан неря хостум нерим. Они добры, и они исполнятся. Неранг бари хостум нерим. Они добры, и они исполнятся. Неранг бари эр, ев ампайман кирак. И тогда ты не будешь со злостью. Ев айлевас баркуциам чесани. С недовольством и обидой. Ев джгауциам пуи вирабуранко. Смотреть на брата и сестру. Чесна и крочет кам ехпоры. Но будешь с радостью говорить. Айлюрахуциам касэс. Мой брат был мертв, а
теперь ожил. Моя сестра вернулась. Моя сестра вернулась. Мы в одной семье. И мы имеем одного доброго Отца Небесного, которого будем славить и которого будем любить. Давайте поднимемся. Прославление пройдите. Что бы я взял бы, что бы ты взял из этих трех простых притч? Давай иметь характер Христа. Когда мы видим потерянную овечку, которая суетилась, озаботилась, ушла, может быть, в работы, в процветание, в бизнеса, перестала быть в церкви. Давай находить. Давай поднимать на руки. Исцелять их раны. Лечить их обиды. Возвращать их в дом. Брать на свои руки, ложить на плечи. Быть добрыми пастырями. Давайте работать в Духе Святом. Находить в церкви брата, сестру и задавать вопрос: чем ты служишь Богу? Какое твое призвание? Какие у тебя дары? Какими талантами ты пользуешься? Ну, да прямо сейчас. Повернись соседу. И спроси, что ты делаешь в доме? Как ты служишь Богу? А если он ничего не говорит, скажи: дай я помолюсь прямо сейчас. Прямо сейчас. И Дух Святой будет просвещать тебя. И, может быть, ты найдешь свое призвание и служение. Давайте, давайте, спросите друг у друга. Вот я еще один дар нашел. Еще одно сокровище. Еще один бриллиант Божий. Ободрите друг друга. Поддержите друг друга. Цените друг друга. Любите любовью Божией. Каждый из нас драгоценность. Это дорогие души. Это сокровище Божье. И возможно, конечно, есть блудные сыновья. И мы должны иметь сердце любящего Отца. Мы должны быть, как Отец наш Небесный. Иметь Его любовь. Не говорить, когда люди возвращаются: а, что, заслужил, нагулялся? Отец ни слова не укорил его. Он сказал: сын мой, как долго я ждал. Ни зимы считал. За порог выбегал. Все ждал и ждал. Отец не укорил. Он восстановил его сразу. Одежду дал. Перстень, обувь, пирс сделал. Давайте не будем укорять. Мы все где-то падали или согрешали. И нам не суд нужен, а милость. И давайте не будем этими старшими сыновьями, которые ходят в обиде и ничего не получают. Давайте иметь сердце любящего Отца. Отец наш Небесный, Отче наш, сущий на небесах, пусть, Господи, Твое Царство придет. Пусть
пусть твоя воля исполнится. Ко камка катарви. Все, в чем мы нуждаемся, дай нам. Инчи карик вор менк унэнк, тур мэс. Научи нас любить и прощать. Соворецрум мэс сирэл ев нэрэ. Как ты всегда любишь нас и прощаешь. Инч пэс вор миш ду мэс сирюм унэру мэс. Сохрани нас от греха. Пахир мэс мэхкиц. Сохрани каждого из нас от падения. Амэн мэкис пахпанир нкнэлуц. Сохрани от дьявола нас. Амэн мэкис пахпанир чариц. То, что у твое есть царство. Воровэтэв конне такавурюцюнэ. Твоя есть вечная сила. Воровэтэв конне хавитэнакан зорюцюнэ. И твоя есть слава. Ев конне парка. Давайте превознесем имя Иисуса. Давайте поклонимся Ему прямо сейчас.